На одну квитанцию больше будут получать магаданцы с 1 января 2019 года. В ней обозначат сумму, которую необходимо заплатить за вывоз и утилизацию коммунальных отходов. Средства за обращение с мусором будут отчисляться полигону «Магаданский». Кому достанется оплата за транспортировку, пока неизвестно. Конкурс на определение перевозчика проведут в ближайшее время. У нас логистика такая: мы несем мешок с мусором на контейнерную площадку. За эту контейнерную площадку отвечает управляющая компания, чтобы все было сложено, чтобы она фактически была. И далее цепочка пошла транспортировки на полигон. Вот эта услуга, которая оказывается транспортная организация и утилизация на полигоне, это будет подсчитано в отдельной квитанции. Я давно, честно говоря, ждал этого решения, потому что, скорее всего, снимется эта многолетняя проблема, которая у нас существовала с частным сектором, который не заключал договоры, который не приносил домовые книги для того, чтобы определить объемы проживающих людей в частном секторе. Вот, я думаю, что с этим будет покончено. А те, кто не будет платить, это уже будет взаимоотношение регионального оператора через суды с теми людьми, кто не оплачивает за утилизацию производимого накапливаемого мусора.